Доброго времени суток, зрители и подписчики нашего канала. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о том, что такое забор ранчо. На сегодняшний день данный вид забора очень популярен у владельцев загородных участков. Давайте познакомимся с данным ограждением поближе. У фермеров на Западе, которые занимались разведением крупных и средних животных, была необходимость удерживать своих домашних животных на ранчо. Для этого они стали возводить простые, но эффективные ограждения из дерева. Для ограждения таких территорий требовались большие деревянные опоры и длинные деревянные жерди, которые они могли быстро заменить при повреждении. Помимо практичности, данные заборы хорошо сочетались с жилыми строениями и другими постройками. На основе данного ограждения мы запустили современную версию забора ранчо, где на опорные металлические столбы горизонтально крепится металлический штакетник. Нельзя не отметить тот факт, что ветровая нагрузка на такой забор достаточно низкая, и это часто бывает основополагающим фактором при выборе и заказе данного ограждения. Забор ранчо хорошо продувается, так как между штакетинами всегда свободное пространство, и вы можете выбрать, какой штакетник вам установить – М-образный или П-образный вариант. Кроме того, данный вид забора не препятствует проникновению на участок солнечного света. Это очень важно, особенно для растений, посаженных вдоль линии вашего ограждения. Видео о том, какие растения можно посадить вдоль линии забора, вы можете также посмотреть на нашем канале. Сам же штакетник изготавливается из металла разной толщины с нанесением двойного декоративного покрытия. Первое цинковое, а второе цветное полимерное или же порошковое. Наше оборудование для металлического штакетника позволяет изготовить данный вид забора практически в любом цветовом варианте. Если вы, например, хотите, чтобы ваше ограждение имело вид деревянного, то мы с удовольствием предложим вам металлический штакетник с принтом под дерево. Он не требует периодического подкрашивания, и уход за ним прост и минимален. Видео об уходе за металлическим штакетником или профнастилом вы можете также найти на нашем канале. Помимо всего прочего, забор ранчо значительно визуально расширяет пространство при помощи оптического эффекта. Стоит отметить, что мы производим все заборы на собственном оборудовании, и стоимость их гораздо ниже, чем у любых посреднических фирм. Выбор такого забора, как ранчо, будет по достоинству оценен вашими соседями, родными и близкими вам людьми. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До новых встреч. Пока.